Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Воскрешение сына вдовы. После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома. И болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. И сказала она Илии: «Что мне и тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего». И сказал он ей: «Дай мне сына твоего». И взял его с рук ее и понес его в горницу, где он жил, и положил его на свою постель, и возвал Господу, и сказал: «Господи, Боже мой, неужели ты, вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее?» И, простершись над отроком трижды, он возвал Господу и сказал: «Господи, Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него». И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. И взял Илия отрока, и свел его из горницы в дом, и отдал его матери его. И сказал Илия: «Смотри, сын твой жив». И сказала та женщина Илии: «Теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих истина». Текст по книге «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.